турнирна. Отставить. Вот так надо делать, вот так. Открытый турнир под названием «Зандер». Третий по счету объявляется открытым. Ура! Представляется идейному вдохновителю всех таких поездок и руководителю клуба «Фишмания Павлодар» Александру Мирному. Друзья, всем огромное спасибо. В очередной раз мы собрались. Я не знаю, это, наверное, уже у нас последний раз в этом году. Крайний, да. По жидкой воде будут еще зимние выезды. Очень рады вас видеть. Борьба будет у нас нелегкая. Вода опять приподнялась. Вода грязная, мутная. Наверное, еще будет продолжать пребывать. Поэтому будет все очень сложно. Не все просто. Всем больших судаков. Не хвоста, ни чешуи. Друзья, мы собрались здесь сегодня на такой маленький междусобойный турнир, который проводится из года в год, благодаря клубу «Фишмания». В прошлом году этот турнир проходил в таком узком и тесном кругу, который вспоминается по сей день. У костра, с лисой, за которой все гонялись, под гитару. Это был замечательный вечер. Я думаю, что и этот день сегодня запомнится вам надолго. Каждый день под осенними деревьями поймер тыша остается в памяти на дольше, чем какая-нибудь посиделка с родственниками под салатами. Или в салате. Так вот, друзья, спасибо, что вы здесь. Просто спасибо. Участники. Александр немножко картину мрачно нарисовал, а я вот наоборот оптимистичен. Я уверен, что сегодня все будут с рыбой. Погода самая, что ни на есть, судаковая. Несмотря на то, что вода прибывает, да, и здесь собрались самые отъявленные спортсмены, матеры, опытные, которые просто судака без захолота найдут в любой точке этого водоема. Поэтому давайте так, чтобы мы потом до утра ваши видеозаписи просматривали. Вот с таким результатом, чтобы все приехали сегодня. Вот это приманочка, да? Жалко его. Вот самая большая лодка зарубы. Мотор 2.6. Еще может первое место займете. По-любому. Сразу нормальную лодку купите, да? Да. Не главное это физическая сила, а сила духа. Да, умение рыбачить. Сила духа, самое главное, чтобы был главный оптимизм. Ты тут все у тренера, у тебя одежда, все ты должен. Я вообще благодарен тренеру. Не, все умение перейдет сейчас. Все. Благодари материалы. Вот команды в ожидании старта. Судьи готовятся на воду выйти тоже. Астана! Удачи! Смотри, коряк сколько несет. Есть!
Нету такого. Машите ручкой! Пока ребята рыбачат, мы тут сделали общую столовую, чтобы еще более сдружить, сплотить коллектив. В этот раз мы решили, что никто не будет сидеть отдельно по запуткам в своих палатках, а если у кого-то нет палатках на улице. Да. Мы соорудили один большой дом. Да, он офигенный просто. Сделаем здесь свет в обоих домиках. Но. И у нас будет все здесь светло. Будет большой стол, как на свадьбе, да? Да, как на свадьбе будет большой один стол. Там у нас будет кухня. Кухня у нас здесь. Ага, тоже кухня сдвоенная у тебя. Палатка. Кухня тоже? У Саши Кубасова. Это, кстати, эксклюзивная палатка сдвоенная, следопыт. Единственная, да, пока? Единственная в мире. Да. Это палатка не следопыт, это палатка Spinning Life. А это новый бренд на рынке. Ну, моделька называется просто следопыт. Да, да, да. Это омских рыболов, да? Да, да. Чемпионов, да, наших. Омских. По их заказу, да, сделана эта палатка сдвоенная. По спецзаказу работает. Можно я загляну вон? Конечно. Эти? Это, вот это будет кухня, да? 4 окошка. О, какая здоровая палаточка. И да. Автомат. Она быстро разборная. Вот быстро это разборная палатка, да, тут можно жить, ну. Саша, какое мы блюдо готовим? Я называю зупа татарский, но не знаю, по-татарски. А зупа татарский? Надо по-поладарски. Да. Это пока только мясо, да? Да. Это еще надо помидорки туда, перчик, да? Капусточка. Это чеснок, картошечка. Да, дома такого не поешь. Ну вот, уже наставили столы. Павел Логвиненко, главный судья соревнований, уже занял свое место. Короче, тут трон. Да, объяснили, короче, так. Что за такая будет коммерция? Разверни логотипом. Будет один стол, но разные кухни. Вот тут будет русская кухня, украинская кухня,
Ага. Индийская кухня будет. Там будет казахская кухня. Сейчас еще Юрин стол принесем, там будет уйгурская кухня. Тайская. А-а-а. Тайская кухня, да, или вьетнамская кухня. Короче, вечером мы будем сидеть здесь. Короче. А вон там... А будет... завтра не выезжаем на нет, воду. Там костер будет здесь такой большой, пионерский костер. Вот, гитары нет, есть гармошка. Да ты че? И под гармошку будем песни петь, лесу гонять. Губная, да. Вот, рыбы сегодня нету, мы проплыли по всем участникам. Ни одной рыбы ни у кого, даже джиголовы без рыбы. Да как они могут быть? Так, они там что-то вообще... Не катере, верю. На катере... Джиголовы пар... не могут быть без рыбы. Джиголовы без рыбы, все без рыбы. Рыба на кукане у нас тут есть. Ну надо кукан поймать еще. Даже местные на лодке без рыбы. Офигеть. Так что не знаю, завтра рыбалка будет, а сегодня будем отдыхать. Это основная камера. Это все благодаря Александру Мирному, он выбрал такое время, чтобы... Было мирно, все, это... без рыбы. Да? Юра кто? Да. По-татарски уже такой приятный аромат идет. Я вообще... И вот моя команда прибывает к финишу. Антон, как отрыбачились? Отвратительно. Была поклевка? Две. Три. Нет, правда, было? Три поклевки? Было, три. Три поклевки было. Сегодня одну все жалуются. Протащил, очень неактивная рыба. Я ее подтянул. Сошла. А я щука, скорее всего. Хвост. Ну, скорее всего, да, щука. А ты, так, Женя, летел. Женя. Женя на колпаш. Вот ребята с семьей. Я в Женю верил. Ну, он завтра, значит, на колпаш. Завтра день, да. Они поймали завтра окуня. Так, команда Семипалатинск. Как дела? Хорошо. Вы не расстраивайтесь, завтра будет лучше. Да мы вы поймали что-нибудь? Да. Один окунь. Посмотри, какой у них якорь. Переверни, сам делал. Переверни, колокол. Ты переверни. Покажи. Ё-моё, это свинец там? Да. Конечно. А собственно, если зацепите, как отцеплять будете? Нырять Вова будет. Да? Ладно, молодцы. Короче, клёв будет завтра. И вот команда Александра Шишкова. Чемпионы, лидеры рейтинга. Не проезжайте вместо стоянки. Это лидеры рейтинга подходят. Пол шекеля, Саш, пол шекеля на вас. Кутузова 20 рулит или нет? Смотри, сейчас рыбу достанет. О, они с рыбой. Рыба, 20 километров. Вот моя команда. Голодные, уставшие. Решили перекусить. Все вкусно? Очень. Молодцы, ребята. Хоть приехали назад. Итак, Наби, что вы... Что поймали? Судака 69 сантиметров. Да вы что? Так вы чемпионы. Это был наш судак. Первого тура. Да не. Там есть. Почему-то твой напарник стоит скромно, ничего не говорит. Это сегодняшний судак или вчерашний? Вчерашний, конечно, вчерашний. Он позасоленный был. А-а-а. Так, потомские ребята подъехали. Ну они-то, наверное, да, наловили. Его пересолил, блин. Он еле сошел. Ну, Омск не может быть без рыбы просто. А? Есть? Рыба у нас вся плавает в Омске. Да? Да я не верю, не может быть такого. Омск с рыбой, а мы нет. Судака нету, да? Нет, здорово. Пока ничего нету вообще. Кросби пришел. И вот, мои ребята, как вы отрыбачились? День прошел не очень. Ну главное, не замерзли? Нет, вообще не замерзли. Не... Кто плохо ловит первый день, ловит хорошо во второй день. Не отчаивайтесь. Все. Поклевки были? Ни разу не было. Ничего. Что это у тебя за эмблема такая? Это ты в хоккей играешь? Да. За Астану? Представьтесь, пожалуйста. Турибаев Оскар. Да. 86 года, с Астаны. Номер какой у тебя? 87. Покажи. 87, команда какая? Команда 36. Хоккейная команда. А, Астана. Астана? Любительская, да. А, любительская. Не ночная лига? Нет. Нет? Ну все, я думаю, завтра вам повезет. Надеюсь. Ну? Ни пуха, ни пера. Угу. И пока вот у нас
чемпионы команды Экибастуза. Кто поймал из вас-то? Наби или Наби, да? Наби. Ну, Наби, специалист по судакам. Как это было? Где? Как? Как клевал, как подсекал, как что, расскажи? Клюнул один раз. Не подсек, второй раз он клюнул. Хорошо. Догнал, да? Догнал, да. Угу. Буквально там на один оборот и догнал. Я его добрался. А какая приманка была? Это сейчас. Приманка. Черный поролон. Да? Поролон? Поролон все-таки работает, да? Черный поролон 10 грамм. Ну вы красавчики, кроме вас, по-моему, больше никто не поймал. Нет, рыбу. Поймал, цицима поймал. А поймал? Ну, они 54 сантиметра. А, меньше ваши, да? Да. Мы думали, что вообще люди без рыбы приедут. Оказывается, молодцы. А когда была поклевка? Под вечер или? За полтора часа, наверное, до. До финиша, да? Ну, как бы это я основная такая точка была, которая, ну, там на входе. Штудировали ее. На входе? Да. И, а цицима тоже рядом с вами стоял? Он стоял, ну там недалеко, ну где взял, я не знаю. А, ясно, сейчас у него ну, спросим. Как-то. Надеюсь, завтра. Ну молодцы, красавчики. Паша завтра обещает клев. Судака, говорит, если сегодня не ловится, значит завтра он будет проголодается. Посмотрим как. Угу. Так, вот еще одни призеры. Алексей. Да мы еще не призеры. Ну у вас тоже есть судак? Это учесть то, что все команды приехали по нулям, кроме двух, Экибастуз и вы. Ну так, суворовцы судачники? Ну да, ну если учесть, конечно, прошлый год. Вымучили. В какое время дня была поклевка? Да под, вот уже сейчас вот, под буквально. Конец, да? Вот. Полчаса назад. Экибастузы поймали на черный поролон, а вы на что? Джик Ит. Привет. Привет Шабалину. Шабалину. Ну. Работают его приманки, да? Одна осталась из пачки, вот теперь все. А что, зацепы были, да? Зацепы были? Ну, были. Обрывы, да? Мы коряшки ищем, и вот точно коряшки. Ну, сегодня трудовая рыбалка была, да? Очень, да. Очень трудовая рыбалка. Потому что вот судьи объезжали, говорит, приехали где-то часа два назад, говорит, ни у кого ни одной рыбы нет. Так что вы красавчики. Ну, будет. Ну, у вас зачетный судак? Да. А, ну, все, просто чуть-чуть меньше, чем у них, да? Ну, еще завтра оно внесет свои коррективы? Завтра-то утром старт. Да, да, да. Утром но. Посмотрим. Так, а это кто? Здорово, тренер. Здорово. Как вы отловились? Как бы сказать так, деликатно. Ну, поклевки хоть были? Клевки были. Были? Прям чувствовалось? У меня еще сход один был. Да? Не видел рыбу, да? Заодно на двоих три поклевки. А, ну. Ты с Владом, да, был? Ваши как? Там у нас были поклевки. Были? Тоже был. Ну, завтра но сегодня рыба не активная, сегодня трудовая рыбалка, да? Вода поднялась. Ну. Николай Древов, ты же сторожил этих мест. Где у нас рыба? Нормально. У нас щука в зачете. Судака нету, и щука. Щука не читается. Ладно, давайте. Александр Шишков, расскажите, как прошла сегодняшняя рыбалка? Что сказать, все очень печально. Вам не помогла бабушкина шапочка? Не, ну я, кстати, щуку поймал, пойдем покажу. Не, я видел вашу щуку. Большую щуку. Нормальная щука, да. Большая. Но Big Fish. Обидно, что она не идет в зачет сегодня. Big Fish мой. Если бы были соревнования по весу, я бы занял первое место. Ты не пробовал вывернуть наизнанку шапочку? Ты не ту рыбу ловишь. Серег, завтра. Завтра? Ладно. Завтра все способы. Вот мы тут придумали. Это не мы придумали. А, вы, да? Не вы? Нам предоставили друзья-спонсоры Якорь. Да. Фирма Штокер. Отличные зачетные якоря. Есть разных моделей, разные веса. Удлинители, которые позволяют якорю. Кстати, я когда-то мечтал о таком якоре. Это хороший якорь, да. Я тоже себе такой хотел. Тут даже есть тросик, который можно контрольно, если застряли в корягах. Да, вот это хорошо. И вытащить его за обратную сторону. Хороший продуманный якорь. Фирма Штокер. 5,5 килограмм. По условиям этой фирмы каждый участник должен толкнуть от груди два раза на максимально дальнюю дистанцию. Тот, кто кинет его дальше, его и получит. Это совершенно новый конкурс. Никогда же не было фишмани. Да, ну, такого. Это фишмания якорь называется. Этот новый, я думаю, все-таки, скорее всего, где-то он уже был. Потому что не, у нас же не было его. У нас это новый конкурс. Есть у нас мощные парни. У меня примерно в голове уже складываются претенденты.
Там массивные ребята есть из Сиамска. И... А ты один из них? Ну, время покажет. Не обязательно может быть массивным парнем. Теперь правила игры объясняю. Так, объясняйте правила игры. Якорь, без разбега, без ничего. Стоишь, его надо просто толчком. Ядро. Вот. По точке касания. Привет, пойдет нормально. То, что он крутит, а когда упал, вот да? Туда упал, да, ставишь. А лишь... куда улетел, уже не считается, да? Кидает, перекинул, ты отходишь, тот стоит лидером, получается. Ясно. Пока кто-то не останется. Все понятно. Туда, в сторону дерева. Так, все. Николай Древов, прошлогодний толчком. Призер соревнований. Вот так, вот. Нет, толчком. Толчком, как ядро кидают. Как ядро. А, вот так вот сразу и все. Да. Нет, за низ возьми его. За низ берешь? Вот так берешь, не так. На руку клади его, да. Вот так берешь и толкаешь. И все, и толчком. Так, Николай Андреев, первый юношеский разряд. Даже на горле пока нормально, давай. Давай. Слабак. Подальний, дальний. Тренировочное кидание якоря. Команда Симбалатинск, Игорь. Кто подскажет, чем можно фиксировать? Давайте. Палочку втыкаешь и все. Да. Тренер дальше кинул. Да. Народ пошел, видишь это? Не в убить. Команда Астана. Давай. Толчком. Первый желающий, поехали. Блять, а Димы Левицкого-то нету там. Блять, Дима Левика, я фиксирую, если касание будет, не засчитываем. Две попытки. Ты такого резко взял, я же шуганулся. А касание он дальше кидает. Саня, он дальше кидает. Вон тот монтарик уберите сейчас, монтарик уберите. Заступил? Да. Вторая, видишь, заступил. Вот, лидеры соревнований в Зандере. Как ударить? Есть. О, все, первая, вторая попытка будешь? Все, давай. Кутузова 20. Кутузова 20. Так, следующий участник. А будет это? Чемпион по бросанию молота, Кутузова 20. 5 шагов вперед. Чем старше, тем дури больше. Вот. Вот. Серега нало размяться. Да куда там? Вот только не достой. Так. Назад. Заступишь. Вон вымпел, это лидер. Не так. Толчок. Я хоть как могу? Не. Нет, вот так, да. Ну как? Вот так. Так. А, блин. Еще будешь? Еще буду. Наливай. Наливай. А кто лидер? Вон тот красный флажок. Я что, нельзя чуть-чуть разбегать? Нет. Ноги ставим. Серега, Кутузова 20 болеет. Не заступи. Давай. Заступил. А как заступил? Вот так. Вот так. Ну ты все равно ближе кинул. Заслуживает. Следующий. Мега Биг Фиш Про, Кутузова 20. Смотри, судьи жесткие. Ты под ногу поставь поближе. Нормально, зато заступит наоборот. Так, ты в мою попал лунку. Еще будешь кидать? Да. В мою лунку попал, ну. Сейчас я это лучше, чем Зандер, да? Ты, слушай, шапку переверни наизнанку бабушкину. Это бабушка так сказала. Носить. Это лучше, чем Зандер. Кидать можно хоть что. Да. Хоть мотор. Подожди, не туда кидай. Заступил. Во! Не докинул чуть-чуть. Вот, Жека. По 100 баксов на Женю. Нет, Женя, надо линию старта на Женю. Женя, ты не скутузывал 20. Давай. Готов. Да. Не заступай только. Есть. Перекинул. Заступа не было. Пока что чемпион. Как раз нам нужен и новый якорь, слышь. Нужен якорь? Да. Что это, якорь, чтобы победить тот якорь? Да. Ну, ё-моё, блин. Давай, Женя, давай. Не заступай только. Бухал, говорит, да, нам нужен новый якорь, блин. Еще дальше. Красавчик. Якорь почти ваш. Красавчик. Следующий. Да все, больше нет никого. Все, хорош, да куда ты? Сейчас руку сломаешь. Хорош, батарейка садится. Руку сломаешь, не надо. Кирилл. Правую ногу согни и толкай ногой. Все, еще метр убиваешь меня. О, подал все. Не тот вес. У якоря? У Кирилла. И вот Антон. Только не переступай.
Разомнись, разомнись. Сейчас у Жеки отожмет якорь. Это не важно, одна команда. Нет, там разделим уже. Да. Ты не нужен. Я заколебался бегать. Я устал. Так, Антон Николаевич готовится к броску. Главное не переступить, размять. Оба. Не, чуть-чуть не достал до Жени. Женя красавчик, у нас новый якорь. Поздравляю Джиголовов с победой. Джиг тайм. Да куда ты-то вообще не участвуешь? Давай, я еще. А да, кто больше бухнет? Заходи, Серега. Кто стакан выпьет и не упадет, а да. Не, Серега. Нормально кинь, чтобы это. Да, да. Пойдет нормально. Все, больше не надо. Одна попытка хватит. Серега, стой! Накати, накати! Слышь, накати перед броском. Скидывай якорь! Да все, якорь надо отдать! Да все, Джиголова, да якорь! Не, а что у нас больше претендентов нету? Только Александр Мирный остался. Остается Александр Мирный. Давай. Флажок не перекладываем, да? Перебил, офигеть! Вот не зря я его кормил, да, видишь? Да все, отдайте Джиголовым якорь и все. Астана? Ночевать будете? Не, а он все равно ниже чуть-чуть. А что по второму разу все кидают? Все, команда Джиголовов. А ты снимал, когда Женя кидал? Саша когда кидает, а потом Женя фрагмент вставляет, типа уже такой летит. Саня, оставь нам якорь. Ну ё-мо, ты даже меньше тренера бросил. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Красавчик, хоть не зря, блин, поехал на соревнования. Судаки тебя сегодня не радовали. Ну, фирма Штокер. Ну помойте хоть его. Конкурсом. Грязный. И тебя, и твой якорь. Спасибо. Ты самый сильный здесь? Да. Массой забрал, массой. Да, 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 туда, туда, туда. Смотрите, у нас тут костер. Сидят все люди, участники. Вот у нас гости со Астаны. Вам понравилось? Да, очень. Очень понравилось. Да? А кто вам больше всех понравился? Никто. Я. Обстановка. Обстановка? Люди. А тренер? Тренер. А тренер? Не надо. Не надо тренера сюда включать. Тренер. Я себя едва удержал, чтобы пнуть, блядь, его. Нет. Под жопу. Вы согласны быть Джиголовой Астана команды? Нет, почему? Это крутая команда. Чемпионы области. Серега, подожди. Джиголовый, это, понимаешь, джигиты. Это джигиты, Астаны. Это которые кидают и крутят. Джигиты, это которые кидают и крутят. Рома, ты хочешь что-то сказать? Я хочу сказать, что, ну, я с Омска, конечно, я не с Астаны. Ну, скажи нормально, красиво скажи.
Джиголовы, а, это... Джиголовы не горят. Джиги... они... в морфине. Да. Джиголовы это те, которые кидают и крутят. Кидают и крутят. Это джигиты? Да.